бар конкуренту. Очень красивые столики. Они еще закрыты. Это все надо мыть руками, потому что машина делает. Что она хочет, непонятно. Что она хочет? Машина, ты что хочешь? А ты что пытаешься снять через заводки? Я не Эрик, Сончик, музыку в студию. Музон в студию. Музыка. Маэстро. No, basta, lo staccata. Ehi, maestra, cosa hai fatto? Все, выключила музыку. Все. Нема музыки, нема кино. Балет закончил. Мы решили еще тапочки помыть в конце снега. Пора почем боло. А подожди, я сейчас умоюсь пенкой. Как дела? Ну вот. Первый шкребок по Алёниной новой машине. Лилёк уже дала. Жопой втулилась. Эта штучка соскочила, сейчас доехала до механика, он что-то подклеил. Ну, на чё? Ребятки, вы бачайте. На съемку вообще нет времени. Гляньте. Эти помидорчики уже. Там висят. Красавчики. А? Пару цукини сорвала на салатик. Вяжется, все растет. По времени нет за ним ухаживать. Сейчас надо поливать. Будет ему всему торба. А тут тоже, видите, уже помидорчики висят. И там будут. Что с огурцами? Вон они сидят. По третьему листику выпускают. Досадила я их. Вот такие баклажки понакрывала, чтобы улитки их не жрали. Дождя нет. Погода жара. На работе сплошные поломки. Так что вот такие пироги. Снимать совершенно некогда. Что, и ты попить хочешь? На. Пей. Вот так вот. Что, сейчас все пролью, полью. Людина, как всегда, обстираю. Еще и самой горло болит не пришло. Так что беру у вас отпуск. Ютуб беру отпуск. Тут трава растет. Петрушечка молодая. Так что пока траву вырывать не буду. Бо повырываю все на свете. Так что не обижайтесь. Пару неделек возьму себе отпуск. У нас начинается куча судов на работе, и не успеваешь за всем. Вот такие пироги. Я кустрозы покажу сосед. Солнышко, да? И мне солнце в глаза. Ничего не видно. Мороза красивая. Пошла в Лидс купиться. Выхожу. Где моя машина? Все серые, блин. Пришлось мелькнуть огнями. Вот она. Привет, ребятки. Смотрю, папаяшку готовит вкусняшку. А я съездила в Лидляшку и купила уже себе. Ну, вот это такой трудоемкий процесс, который мне нравится. Один в один. Сидим тут, общаемся, так сказать. Они в торт пекут, а я клубнику чищу. Наверное, с температурой еще не меряю. Видео не будет, ничего не снимаю. Работать отработано. Будем надеяться, что дождь пройдет. Вам как бы щетки, которые варили, помните, которые...
банки завещала. Дайте кусочек тут полакомиться, попоешь. Ну ты же вот так все раскидаешь, чтобы мы все дошло. Ой, красота. Вот, сейчас я к моей. Так что очень трудоемкие пазлы. Пазлы, которые надо сложить.